Друзья, я вас прошу, сделайте сейчас громкость на ваших гаджетах немножечко тише. Возможно, буду эмоционально рассказывать. Но у меня вопрос. Почему все против того, чтобы я закончил этот проект? Ну почему? Просто почему? Вчера на стриме мы разыграли два моих неудачных проекта Путь Шелли, которых я запорол. Ну не только я. И вот третий проект. Я создаю. Все классно! 33 бойца из 34. Все прекрасно, все новенькое. И надо было мне вчера постримить на этом проекте. Стримлю, все хорошо. Ничего не предвещало беды. И в конце стрима ко мне подходит сынишка. И мы в конце стрима разыгрываем подарки, которые я запустил в конкурсе. Ну а мой сын тем временем просто играл на планшете в какие-то гоночки, не знаю. Вот, вы видите, да? Вот, после того, когда я уже собирался заканчивать стрим, мне приходит донат Холдик Пропиар Клуб. И я с Данькой захожу в игру Brawl Stars, нажимаю клубы, ищу клуб, нажимаю пиарить, пропиарил, все хорошо, со всеми прощаюсь, Данька машет рукой. И потом в конце просто своей маленькой ладошечкой нажимает в меню. И в меню нажимает на Фрэнка. Как же у меня полыхало в этот момент, но это сын, это маленький ребенок, он в этом не виноват, но у меня полыхает все равно, я не могу, на это смотреть, потому что я на это трачу много сил, денег и времени, я не могу, я старался, но почему все идет вот так? Я очень надеюсь, что ты, брат мой, поставишь лайк и подпишешься. Неудачно, не получилось. Но эту ситуацию, благо, можно исправить. Таким способом, как мы сделали Шелли. Но при этом просто не будет первый уровень. Ребятки, я вас серьезно прошу, сжальтесь надо мной. Не заставляйте мне создавать четвертый аккаунт. Я вас прошу на коленях. Дайте мне закончить этот проект. Ну, я не виноват, что так сложилось. Ну, кто заказал пиар-клуба? Ты просто знай успехов твоему клубу, блин. Короче, я сейчас буду прокачивать Фрэнка на 7 уровень, дабы выбить на него гаджет, сделать его новым. Фу. Я вас прошу. Вот будет здесь голосование. Мне продолжать проект? Да, нет. Я вас прошу, не заставляйте меня создавать четвертый аккаунт. Я ведь психану, если вы скажете нет. Я прошу вас, дайте мне закончить его. Ну, я не виноват, но я старался, ну поверьте мне. Я правда старался. Короче, не знаю. Ребятки, ну вот так вот Данька помог мне. Помог пройти эту игру. Но я в любом случае попытаюсь. Мне выбора нет. Давайте прокачиваем Фрэнка на 7 уровень. А, даже так. Даже так. Мы даже не можем его прокачать. Мы его даже не можем прокачать на 7 уровень. А, я не знаю, что делать. Давайте открывать сундучки. Может, выпадет Фрэнк. Я могу задонатить много, чтобы его до 7 уровня прокачать. Блин, надо ли это? Или попозже это сделать. Боже, ну почему же так? Все, хватит ныть. Я не ною. Я просто бомблю так. Все, теперь можете громкость добавлять. Я успокоился. Теперь буду адекватно. Фух. Надо решать эту проблему вместе. Я реально вас прошу. Блин. Ну, помочь мне как-то, я не знаю. Поставьте лайк, подпишитесь. Если, ну, блин, я могу попробовать как-то решить эту проблему. Надо 2 уровня поднять Фрэнку. Блин, ну это очень сложно сделать. Это очень сложно сделать. Падают разные бойцы. И так, чтобы выпал Фрэнк. Это ой-ой-ой, как надо постараться. Блин, у меня еще вот эти... Ну, это надо ждать. Это на самом деле надо ждать. Это надо ждать. Блин, офигеть. О, Фрэнк выпал. Давайте так, чтобы вы поняли серьезность моих намерений.
Чтобы вы понимали, насколько я сейчас переживаю, не хочу, это ни капли не преувеличенные эмоции. Вот просто смотрите. Я доначу $50, чтобы всего лишь навсего какого-то сраного Фрэнка на 7 уровень. И то не факт, что я прокачаю. Я надеюсь, серьезность моих намерений вы оценили. Я надеюсь, вы понимаете, что я... Ну не могу, не хочу создавать новый аккаунт. Я хочу развивать этот. Ну, простите, блин. Ну давайте закончим этот проект. Пожалуйста, Фрэнк, выпади. Я тебя очень прошу, выпади, Фрэнк. Давай, ребят, поставьте лайк, чтобы выпал Фрэнк. Ну дайте Фрэнка. Что такое? Фрэнка, пожалуйста, дай Фрэнка, игра. Да дай, ты Мортиса давала только что. Дай Фрэнка. Дай Фрэнка. Да, Фрэнк не падает. Игра надо мной издевается. Боже. Знаете, я вот все равно верю в какую-то судьбу, в какие-то не случайные моменты в жизни. И вот, знаете, как будто все против того, чтобы я закончил этот проект. Но ведь реально ни с одним проектом так геморно не было, как с этим. Блин! Да ну блин, ну все падает, кроме Фрэнка. Я $50 слил, и мне Фрэнк не выпадет, серьезно. Да Фрэнк! Боже, ну вы понимаете, что шанс очень маленький. Очень маленький шанс. Ну 33 бойца. 33 бойца. И чтобы выпал Фрэнк, я не знаю, что надо сделать. Хм. Это надо ждать жетоны. Ну в принципе, это в дальнейшем исправить возможно. Но мне хочется сейчас это исправить. Короче, предлагайте, пишите в комментах, как вы вообще, ну... Поможете мне поддержкой, лайк. Если ролик понаберет много лайков, я... Боже, я доначу $50 ради того, чтобы прокачать Фрэнка на 7 уровень. Просто вдумайся в это, брат. Вдумайся в это. Я не хочу выбить нового Бравлера. Не хочу выбить Легу. Не хочу Эпика. Не хочу пассивку, не гаджет. Я просто хочу жетоны на Фрэнка. Ты вдумайся, $50 на это потратил. И он не падает. Я самый счастливый. Дайте хоть одного Фрэнка. Хоть чуть-чуть. Ну хоть маленько. Ну хоть чуть-чуть. Данил, иди сюда. Иди сюда. Будешь извиняться? Холодно на улице? Иди сюда. Мне надо с тобой поговорить. Мне надо, чтобы ты пруфанул. Разбувайся, иди ко мне. Иди ко мне. Сейчас будем общаться с тобой. Сейчас будем, иди сюда. Иди, сынок. Сейчас будем воспитывать. Давай, иди сюда. Итак, нам остается один сундук, друзья. Иди сюда, сыночек. Иди. Во-первых, поздоровайся. Скажи привет. Привет. Это ты вчера нажал на Фрэнка? Да. Вот, сейчас смотри. Сейчас покажу. Вот это ты на Фрэнка нажал? Да. Да? Да? А зачем? Ну, ты же понимаешь, что проект теперь все провален. Ничего? Скажи, извини. Вы простите, пожалуйста. Простите, поставьте лайк. Пожалуйста. Давай вот попробуем решить эту проблему, Данька. Раз ты это всю кашу заварил, ты, пожалуйста, эту кашу всю и разгребай. Смотри, что... Тихо. Последний сундук. Надо, чтобы выпал Фрэнк. Ты поможешь мне? Давай, поцелуй меня и все. Ну все, сынок, я на тебя не злюсь. Надеюсь, подписчики. Мне самое главное, чтобы мои зрители с интересом продолжали смотреть этот проект. И я по большей части переживаю за то, что вам будет не в прикол. Я очень прошу вас, чтобы вы это не в прикол сделали исключением. Ну, пожалуйста, да? Да. Ну да, ну получилось так, ну с кем не бывает. Нажимай. Вот, на зелененькую. Ну давай, сынок. Так, еще раз. Еще раз. Стой. Давай. Это Эль Прима, это не Фрэнк. Эль Прима, да. Нита. И давай Фрэнк. Так, давай посмотрим. Мы не выбили Фрэнка. Мы потратили 950. Стой, сынок. Стой, ничего не нажимай, пожалуйста.
Да, я попрощаюсь со зрителями. Мы ничего не выбили, точнее, мы потратили $50 и, ну, просто потратили их, и все, ребят, понимаете? Я надеюсь, что мы не просто их потратили. Я надеюсь, что я хотя бы этими действиями вам доказал, что я хочу этот проект развивать дальше. Я исправлю эту ситуацию, мы докачаем Фрэнка на 7-й, мы выбьем на него гаджет, он будет новым. Ну, будьте добры, поддержите, я вас очень прошу. Поставьте лайк. И еще одно. Помните, что этот аккаунт же, в итоге-то, вот это я доначу кому-то из вас. Ну, я подарю его вам. То есть, эти все потраченные деньги, они не мне, они вам достанутся. Поэтому, пожалуйста. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Маша Ручка, пока. Пока. Ну, так случилось, ну, что поделать. Ничего не нажимай. Все. Всем до новых встреч. Пока.